Привет всем. Это приехал к нам снегоуборщик. Вернее, снегоуборочная приставка к мотоблоку. Нева, каскад, салют, по-моему. Ну, схожих модификаций. Приехал из Чебоксар до Иваново. 550 рублей. Транспортной компании. Снегоуборщик стоит 12 тысяч. И вот надо его собрать, попробовать, как говорится, по горячим следам. В течение 14 дней, не дай бог, что неисправно, его можно будет обменять. Так что сейчас распаковываю и смотрю, собираю. Продолжает наполнять эфир радиодачи. Это у нас потрясающий дуэт Льва Лещенко и Алены Свиридовой. Хит на все времена «Манчестер-Ливерпуль». А через несколько минут насладимся песнями Алены Апиной, Аниты Цой и группы «Ласковый май» на радиодаче. Реклама. Счастье в каждый дом. 80% скидки на швейную машинку. В наборе шпулька, шпенька, нитковыбиватель. В Унидоме всего за 99 рублей. Железобетонные кольца, чугунные полимерные люки, Анкор. Производство тротуарной плитки различных типов и ценовых категорий. И это Анкор. Надежное и рациональное строительство вместе с предприятием Анкор. Вся продукция сертифицирована. Звоните, ответим на все вопросы. 45 12 22. Complete Home – корпусная и мягкая мебель, шкафы-купе, кухонные гарнитуры, обеденные группы и кухни на заказ. Готовые решения для вашего интерьера. Гипермаркет Complete Home. Доставка и сборка. Все это вы найдете у нас. ТЦ Евроленд, галерея Москва. Мегахенд – идеальный магазин для приобретения одежды из Европы. Секонд-хенд по низким, низким, низким ценам. 100% обновление ассортимента каждые 2 недели. Скидки до 90%. Мегахенд – торговый центр «Каскад». Площадь Эволюции 8А, 45-05-49. Дом обоев на Вележской 55 объявляет скидку 30% на все обои. Минус 30% на все обои. Дом обоев на Вележской 55. Между Ташкентской и Балтамахой. Хочешь приглушить? Электротовары и лампы в «Кенгуру» подарят полный контроль над освещением. «Кенгуру» – все для дома, ремонта и сада. Делаем людей ближе. Осталось 80% батареи. Цветок. Снегоуборщик для мотоблока. СМ-600. Город Чебоксары. Немножко покоцанный.
Ну, он почти собранный. Только привернуть раструб. Еще кое-какие детали, парочку. Цепь стоит. Тут все собрано. Смазку проверить. Сейчас соберем. Так, посмотреть натяжку, затяжку болтов. Тут надо затянуть у шнека. Проверил слабо. Здесь натяжка цепи нормально, но все равно потяну. Подшипники закрытые. Трогать их не буду. Пока. Еще мне понравилось шнек. Я видел в интернете, люди специально приваривали дополнительно, а здесь уже 4 штуки стоит. И видео я смотрел на сайте продавца. Снег выкидывает очень отлично. Раструб длинный. Эта часть закрытая. Снег летит кучно и далеко. Это мне понравилось в первую очередь. А потом уже я посмотрел цену. Цена, как я уже сказал, 12 тысяч. Еще был снегоуборщик, приставка. Целина. Он тоже хороший. Дополнительно не надо тут закрывать ничего. Там все тоже у раструба закрыто. Но цена его была 15 тысяч. А к Неве снегоуборочная приставка. Раструб этот был меньше. Он был меньше. И эта часть открытая. И как можем посмотреть видео, он начинает снег лететь сразу. И специально делают эту защиту. Здесь уже все есть. Железо. Железо здесь не тонкое. Тут миллиметр где-то. А здесь и то толще. Ну, полтора точно. Клубок. Вес снегоуборочной приставки 53 килограмма. Регулировки поворота раструба у руля, который крепится, чтобы не подходить к нему. Здесь не имеется. Ну, ничего. Как-нибудь переживем за такую цену. Ну что, креплю. Да, собрать надо. Попробовать. Собрали мы агрегат. Здесь уперлось. До упора. Дырки не совпадают. Ремень почти натянут. Ремень 1280 профиля. Возможно, подлиннее ремень взять. Сейчас будешь заводить, и он будет крутиться.
Так, тут косяк. И с ремнем косяк. Или так. Так вроде точно натянет. Отпускаешь, он почти не отпускает его. Вот такие косячки. Так, раструб. Люфт у него, конечно, присутствует. Если сточить там втулки, то, наверное, будет некомфортно поворачивать. Попробовать завести. Сейчас сразу будет крутиться, я два варианта. Первый вариант — купить подлиннее ремень и просверлить здесь отверстие. Снизу больше вот, вкрепление, чтобы держал. Второй вариант — отрезаем пару сантиметров здесь и штырь пару сантиметров, чтобы он не упирался. Стыкуем отверстие и шпинтуем. Пока не знаю. Время есть до зимы. Может, еще какая мысль придет. Ну вот, все, спрашивайте, если что. Самый дешевый снегоуборщик. Мадуин Чувашия. Всем спасибо.